вот самая красивая дорога по истечении практически 2000 километров. Дорога, конечно, между Екатеринбургом и Челябинском. Но вот мы маленько решили свернуть. Город Сысерть проехали. Ну, не город, он такой, поселок городского типа. И здесь знаменитое озеро. Мы сейчас решили, не знаю, будет подъезд или нет. Но дорога изумительно красивая, конечно. Ну, красивая-то красивая, но у нас не хуже, а так. Вот так. Даже и где-то лучше. А вот оно и озеро. База отдыха называется Белый Курсант. Он на лодке плывут. Как бы я сомневаюсь, что это курсант. Затуманенного. Типа затуманенного. Я думаю, что это газ. Скорее всего, безветренная погода. Вон деревья стоят, не колышутся. И Челябинск. Наверное, воздухом нас чисто не порадует. В Свердловске было гораздо, конечно, чище. Вот Челябинский театр. Это Челябинский Арбат. Так все здорово, но воздух чувствуется, что это не туман, вот единственное. А так все супер классно. Вот мама с мальчиком. Все? Все. Не, подожди, я тебе не фото, это же видео. Мне сходы давай. Вова, ты меня сфотографируй. А зачем тебе фотографировать, Наташа? Надо. Зачем? Это просто, в смысле, на контрасте, какая тонкая девушка и какая наоборот, да? Нет. Толстый и тонкий? Нет. Произведение Чехова? Нет. Ну вот заехали в курган, не сняли мы вам. Набирали мост, оказывается, нет никаких мостов, есть такая дамба. Маленькая речка, Тобол. Ну, город и город. Нормальный, тихий, спокойный городок. Вот смотрите, ребята, как образовывается смерч. Вот впереди у нас идет КамАЗ, мы едем из... Проехали как Кокчетав, Непетропавловск, как Кокчетав. Едем в Астану, направляемся на Экспо, скорее всего. И вот КамАЗ идет, и за ним прям следует смерч. Вот смотрите, раз-раз. Раз-раз, натуральный. Все, ученые все отдыхают, мы путем эксперимента знаем теперь, как смерчи обнаруживаются. Он прям как будто следует за КамАЗом. Сейчас заехали в аэропорт, жалко не сняли аэропорт, как Кокчетава. Раньше, когда учился в Астрахани, летал из Каменогорск, где я сейчас живу. Ну и, соответственно, из Каменогорска через Кокчетав. Брал билеты через разные города, так как, наверное, уже тогда был любитель попутешествовать через Свердловск, Москву, Ленинград, Ташкент, Минводы. Ну, в общем, через все стыковки, какие были. И билет, самое интересное, цена была одна, 56 рублей, как сейчас помню. До Москвы у нас было 56 рублей и до Астрахани. И вот, как читав, сейчас зашел, аэропорт пустой. Спрашиваю, там один охранник только сидит. Дядечка такой добрый попался. Он говорит, что вам нужно? Я говорю, я летал. Он говорит, летчиком? Я говорю, нет, не летчиком, студентом. Летал через Кокчетав. И сейчас он пустой. Летает только 3 самолета в неделю, по-моему. Ну, можно посмотреть. Актау, Москва и Алма-Ата. Ну, как бы, да, грустновато, конечно. Ну, аэропорт в замечательном состоянии, но когда я летал раньше, там был он постоянно полный. Сейчас нет ни одного человека. Странно. Ну, зато дорога замечательная к нему, конечно. Коммуникации самые красивенькие. Ну, вот так вот. А вот так, как вы поняли, что-то мы заговорились и КамАЗ отпустили. Образуется смерть. Сейчас мы еще подъедем и вам покажем. Вон он следует прям за КамАЗом. Видите, прям за ним. Вот он смерть.
кто родился в горах, тот меня поймет. Поэтому как бы мы не хотели с Каменогорска своего куда-то уехать. Все равно притягивают, горы должны быть. Без гор грустно. Я когда учился вот в Астрахани 5 лет, не хватало. Там вообще нет никакого, даже ни одного холма. Там есть болото, есть река Волга огромная, есть ее разливы, 3000 рукавов, в которые впадает Каспийское море. Есть много рыбы всякой замечательной, очень вкусной, изумительной. Черный икра есть. Волга вообще фантастическая, которой нигде в мире больше такой нету, конечно. Все это есть. Но если бы там еще были бы горы... Вот первые горы настоящие по дороге из Кыштава в Астану. Вот это замечательный момент. Вы когда-нибудь, ну, в принципе, сегодня суббота, естественно, не знаю, как тут движение в будние дни, но практически машин нет. И вы хоть раз ездили по такой супер автомагистрали в единственном экземпляре. Замечательное состояние. Никто не сигналит, никто не перестраивается, никто не мешает. После России, конечно, не знаю, как на курорте. Вот едем как на курорте. Это трасса Петропавловск-Астана. Дорога, конечно, замечательная, изумительная. Машин практически нету. Я не знаю, может быть, действительно сегодня суббота, и сегодня как бы... Сегодня Курбанай, да? 1 числа. А, 1 числа было. Но все равно это после праздничный день. После 1-2 сентября. Ну, вот такое состояние я советую всем испытать, когда вы едете по автомагистрали и практически нету машин. В России такого не было нигде. Даже по страшной дороге из Челябинска в Курган, это приграничный город с Казахстаном, просто неимоверное количество этих грузовиков. И вот эта система «Платун», которую сделали для дальнобойщиков, если бы у нас в Казахстане здесь было столько, я думаю, давно бы уже тоже систему придумали другого названия. Потому что там одни дальнобойщики, одни. И тем более они еще шашечки играют, дальнобойщики. Представляете, фура, которая, не знаю, сколько там она метров длиной, метров 12 минимум, начинает играть шашечки, поджимать тебя конкретно, пристраиваться, если ты, не дай бог, там чуть-чуть притормозился, это тормоз. Ну, это я точно, потому что мне уже 51 год, как бы я не гонщик. Они пристраиваются вам в задницу на расстоянии минимум, наверное, 3 миллиметра и начинают тебя как минимум подстегивать, потому что им медленно ехать не нужно и не нравится, а обгонять они не могут, потому что там встречный поток, неимоверное вообще количество машин, наверное, как минимум только через час они. И ты начинаешь прижимать конкретно, сколько там у них разрешительный, 119 километров. Даже не ожидал, что практически в середине территории Казахстана огромный лесной массив. Начался он соснами Щучинска. И вот уже километров, извините меня, 50. Я думал, быстро? Нет, не быстро. Вот это вот, скорее всего, снегозаградительные вот эти штуки, вот эти вот заборы вот ставят. Уже готовятся к зиме. Даже я так думаю, может, я не прав, но, скорее всего, прав. И вот до сих пор такие полки, то есть чисто российский пейзаж. Пейзаж. Пейзаж, правильно? С одной стороны вот поля, и с другой стороны ночью видно, тут траву косят. Поэтому очень здорово, хотя сначала мы там, где от Петропавловска немного, там была маленько выжженная степь. Но ничего страшного, она тоже скрашивала пейзаж, тем более этот замечательный ветер. Свежий воздух, который планета нам делает этот свежий воздух. А мы его постоянно стараемся испортить. Все вместе, кстати. Даже вы, как бы этого не хотели, вы тоже портите воздух иногда. Вот планета все эти ошибки исправляет.